что такое отдых. Отдых – это где отдыхают. Отдых – это когда отдыхаешь где-нибудь. Отдых – это где отдыхают на пляж, купаются, загорают. Отдых – это когда ты едешь со своей семьей в отпуск. Отдых – это когда мы с семьей ездим в отпуск. Отдых – это когда ты отдыхаешь, ничего не делаешь. Просто на пляже загораешь, купаешься. Это где люди отдыхают от школы и от работы. Отдых – это когда вся семья ездит на море и в разные страны. Где ты любишь отдыхать? Люблю отдыхать на речке, потому что там можно купаться. На море, потому что на море можно купаться. Я больше всех люблю отдыхать на море, все, потому что там можно купаться и загорать. Я даже могу в лесу отдохнуть или в походе, в палатке. Я люблю отдыхать на море, потому что там можно купаться, загорать и отдыхать. Ну, я люблю отдыхать в бане, потому что там есть бассейн. Я люблю там купаться. Я люблю больше отдыхать на море, потому что там можно купаться и загорать. На море. Почему? Потому что там можно купаться в море и кататься на волнах. На море. Потому что там можно купаться и загорать. Где ты отдыхал этим летом? Этим летом я был в походе. И на протяжке вчера там купался. Сегодня я опять поеду на протяжку. Я отдыхала в деревне. Что ты там делала? Я там лежала на кровати и смотрела мультики. В Анапе. Что там делала? Я там купалась на море и в бассейне. На последнем отдыхе я была в Ялте на Черном море. Что там делала? Я там купалась и познакомилась с подружками своими, которые раньше мы с ними подружились, и потом они уехали в отпуск, и мы с ними там встретились. Ну, конечно, на море. Что ты там делал? Купался. А еще куда ты ходил? Ну, в бассейн. Где там был бассейн. Да и бассейна было. А дельфинов видел? Да, конечно. Я была этим летом в Сочи, а потом в Петербурге. Ой, расскажи, что там делала. Мы там ходили много, по 16 километров. И ходили в разные парки. Я в деревне была. Играла с моей сестренкой Лизой. Мы провели отличное время. Я был в деревне у тети Вали. Расскажи, что там делал. Идет на велосипеде и пропал в грядке на море. Я там купался, загорал. Я фотки